Здравствуйте всем, я Оксана, и жизнь как она есть. Вот кошмар такой творится на улице. У нас еще и окно за это, да, вверху затянуло. Потому что забор воздуха стоял изнутри. Поставь на окошко. Поэтому вот в таких условиях мы ездим. Вчера не вижу машину впереди вообще. Я не знаю, сколько погода сегодня, не смотрела. Вчера тоже мы ролики не делали. Вот это предновогодняя суета с документами. Вот это вот дальше, как говорится, головную боль сама себе сделала. Мне сегодня еще получить нужно, так, СНИЛС, ИНН. Что еще? Потом надо будет обменять водительское удостоверение. Но это уже после Нового года. Пока думаю, что ничего страшного. Вот. Что, я вот несколько дней никак не могу сказать, что нас, мне уже пишут в комментариях, я читаю, и никак не получается. Нас 12 тысяч, уже не с большим хвостиком. Простите, не смотрю в камеру, смотрю на дорогу, потому что только так. Спасибо огромное за то, что вы есть, за то, что вы с нами, за то, что вы нас смотрите. Я повторяю, я уже говорила, наши ролики не такие поучительные. Мы показываем, и то показываем маленькую часть нашей жизни, когда удается схватить камеру в руки. Детей просила, чтобы снимали, но у них нет такого желания. И еще, знаете, тут, когда вчера я у вас спрашивала, или позавчера, а что, говорю, вы смотрите ролики? Нет. Зачем, говорит, нет, мы, говорит, не смотрим. Мы же, говорит, знаем, что ты снимаешь, мы знаем, что у нас творится. В общем, вот старшие дети только смотрят, кто живут отдельно, потом перезванивают, а у вас то, у вас все, я говорю, да. Вот. Наш канал изначально был создан для, знаете, для общения, скорее всего. Когда живешь ты в таком закрытом, как говорится, вакууме, семья в основном, и хочется, чтобы была какая-то маленькая отдушинка, и поэтому вот появился канал. И еще это архив нашей семьи. Представляете, лет через 10 дети посмотрят, ему это будет очень интересно. Как говорится, фотоальбом, но у нас в данном случае получается видеоальбом нашей жизни. Вот, и я думаю, что это очень интересно будет в дальнейшем. Вот. А вам спасибо большое. Мне очень приятно, и мне нравится быть с вами на связи. То бишь ваши комментарии, они всегда такие, знаете, очень приятные. С кем-то я могу поспорить, кому-то я отвечаю в комментариях, кому-то отвечаю, потом видео записываю. Но большинство, там, 99% у нас такие положительные, вот я на светофоре, поэтому буду смотреть, положительные комментарии, и это очень приятно. Вот, поэтому еще раз повторяю, спасибо большое за то, что вы есть. А у нас сегодня такие бумажные дела, и потом у нас еще поликлиника, мы не допроходили комиссию там сборе, вот у нас сегодня на 1:40 назначено. А сейчас я еще еду вот в Сбербанк и за козьим молоком. Да, как бы это смешно ни звучало, но за козьим молоком нам не хватает выкормить козлят. У нас вчера еще коза родила, и я ролик прикреплю на этот маленький. Ну, а мы поехали дальше. Едем в тумане. Скорость передвижения 5-10 километров в час. Вот сейчас еще что-то видно, дальше я не знаю. Сейчас мы ехали вообще там, скорость даже не показывала. Это вот сколько у нас до машины? Ну, 2 метра, наверное, до большой, ее видно. А дальше еще местами такое туманище нападает.
интересно смотреть, как машина уходит в туман. Вроде бы есть, и бах, и ее нет. Не, он автобус исчез. И куда она делась? Исчезла. Предновогодняя суета, приятные хлопоты, да? Ну, мы вот исправляем немножко, купили игрушки. Синих не было, вот темные такие. Ну, мы знаете, что решили? Значит, Геля исправляет шарики, вот которые мы купили. Вот, давай, показывай, что ты исправляешь. Да, немножко декора. Купили в хозмаркете вот такие вот. Это не тесьма, а как наклеечки. Что ты такая прям довольная. И вот, значит, делает такие шарики со снежинками. Есть вот олени здесь еще у нас есть. Вот. Вот они, олени. Ну, кверх ногами. Вот так вот, скачущий олень. Это вот на серебряные шарики прилепит. Да? Ну, вот так будет. И вот я сделала два бантика. Такие они блестящие будут. Ну, у меня еще три ленточки. Три вот таких упаковки. И еще вот такие бантики будут. Слабо золотистые такие. Вот. Здесь такие игрушки. Ну, вот счастливые вот в игрушках. Что? Дело осталось за малым, да? Чего не хватает? Ёлки. Ёлки не хватает. Второй день. Папа. Подожди, третий день, да? Третий день. На этот... Не могут... 25-го никак не должен был. 26-е, 27-е они выехать не могут. 26-е. Вот. Да. Ну, надеюсь, что будут. Сегодня к вечеру. Или ёлки. Завтра уже будем украшать елку. Немножко украсили шарики. Они были просто обычные. Мы к ним прилепили бантики. Они смотрятся более празднично. Вот так. Такой цвет, значит, елки будет. Ты что там делаешь? Ну, осталось немножко. Руки пообожгли. И только шкура слазит. Шкура, кожа, ладно, кожа. Начался у нас этот, как его, ой, козикос. Есть сенокос, а у нас козикос. Ну давайте, выходите, сейчас покажу, что тут у нас еще. Сюрпризок, нежданчиком. Ты что, живой? Живой. А, скакал. Вставай. Все, орёт. Куда пошел-то? Посмотри-ка. Все, домой сушиться. А мы пока здесь кайзой займемся. Молоко ешь, да? Все. В одеяло вот так вот закутали. И вперед. Кто следующий будет? Прибежали. Посмотрим, кто тут. Кто следующий у нас? Ула, Лана. Ева, может быть. Здесь кто у нас может быть? Яна, может быть. Или Тучка. Ой. Принесли суши. Ну, я могу точно сказать. Ладно, выключи, Лена, пока. Что это папаша, это Лунтик. Потому что вот от его лунного окраса вот эти пятна. У нее здесь все, он же трехцветный. И у нее здесь тоже серое пятно. С той стороны нету пятен? Ну, то не видно. Ну, девочка и мальчик, как всегда, почему, ну, так вот, чаще всего рождаются в парочке. Девочка и мальчик. Так, ну, уши не сильно нубийские.
Ну, такие. Немножко. И лохматые. Как мамы, как альпийские козы. Но, а это пацан. Прикольно. Да? Что такое? Вообще орёт странно. Что ты орёшь так? Ну, она уже вон бегает. Будем кормить. Не знаю, девочка стоит, все хорошо. А вот с мальчиком, во-первых, у него вот здесь он весь в навозе. Такое ощущение, что на него встали, что ли, коза. Или она же родила в козлятнике с большим количеством коз. Вот он не хочет вставать, и он как-то бегает странно. Ну, ногами же шевелит. Но, опять же, когда он шевелит ногами, то ему больно. Ну, понаблюдаем, посмотрим. Регина на учебе сейчас придет, посмотрит. Это да, вот стоит. Так, на сегодняшний день у нас 5 козлят. Так, помните Тонечку, которая не хотела есть? Совсем не хотела есть, отказывалась. Так, вот она. Сейчас очень шустрая, очень активная коза. Это сестра вон той белой. Значит, это у нас Людька, которая родила вот этот маленькая коза, Мята, родила. Было 2, но один козел был при рождении не жизнеспособный. Ну и вот родила наша Кнопа. В предыдущем маленьком кусочке видео вы видели вот этот козел, козлик, который совсем не хотел шевелиться, не хотел вставать. Он первый день, вчера вернее, он отказал. У ты кушать хочешь, что ли? Недавно кушал. Иля, подогрей-ка молока мелкому. Он не хотел кушать, отказывался вообще никак. Ни соску, ни бутылку. Вот его сестра. Ну, она шабутная. Она вот прям сразу шабутная такая была. Активная. Но Люська у нас уже ест с бутылки. Ой, ест с этой, с чашки. Ох, бессовестная. Подставь тряпку, Маша. Так, вот он поднялся. Ну, перестань. Практически все они едят. И вон тоже выпустили с ящика. Вот представляете, как только выпускают с ящика, они начинают пруденить. Прям вот вообще. Сейчас молочка подогреют. И вот он такой тоже стал. Ну, он так смешно ходит. Сейчас, если пойдет, посмотрим. Давай, топай помаленечку, давай. Вот он такой с пятнышками. Тяжело ему. Ну, вот так пританцовывая, он передвигается. Нет, вставай. Вставай, хитрый жук. Давай, пошел. Топаем, помаленечку. Люсенька здесь нам не прыгает. Ай-яй-яй. Все, так, нет, вот мелкий. Он подошел прямо это. Все, вот. Жить будет, да куда ж ты нырнул-то, елки-палки? Захлебнулся, подавился. И дальше ныряет. Хотя покормили их 2 часа назад. Ты посмотри, что делать, да? Меньше даже. Час, наверное, полтора будет. Посмотри, что он делает. Ныряет. Вот что значит, жить захочешь? На коленках, на одном колене. Вторая нога стоит, второе согнул. А днем так он вообще лежа сегодня кушал. Ну, вот. Откуда? Идет. Нога заворачивается. Ну, стоит, держится. Ну, я думаю, что жить будет. На этот. Живчик такой. А эти вон стоят со всех сторон. Прыгают. Ой, все, уже все, сил нет у него стоять совсем. Дай Люське. В общем, все козлята едят с бутылки. Ой, да что такое с бутылки? С чашки. Сегодня молока взяла 6 литров. В общем, 3 литра за день они выпили. Помаленьку. Ой. Да, Тоня не хочет. Вот дай, вот еще не знаю. Тоже еще. Да хватит ему.
А тут у нас еще чудо есть. Покажи-ка мне вон ту. Регина, как ты ее назвала? Тоня же. Нет, вон там мелкая. За Элей. Изма? Давай, да, покажи мне ее сюда. Вон там где-то. Где? Опа, стоять. Да, сюда. Это не кошка, правда? Ну, вот, вот это вот, видите, что? У нас же не коза, я не коза, я хотела сказать. Куда она? Вот, куда она смылась? Я только отвернулась. Она все. Вот. Это Регине девочки сокурсницы подарили на день рождения. У нас мало кошек. Ну вот теперь еще одна вот такая вот за молоко пошла, да? Да? Чуть-чуть. Конечно, скажи, капельки ее допью. Но. Мурлыкает ее еще. Посмотри-ка, ее шипит. Злая кошка такая, ужас. Поэтому и но. Все, поели. Ну, а на этом все. Завтра мы поедем на закупки. Я не знаю, получится у меня снимать. Не получится. Но поедем закупаться. Да, продуктами, чтобы 30 числа никуда. Что такое? Вон молока сколько налили. Сейчас все это уберем. Ты что, ты посмотри-ка, она капельки собирает. Эля, Тоня капельки с пола собирает. Но голодающая. Так, ну все, на сегодня все. Постараюсь за это поснимать. Всего самого доброго, светлого, хорошего. Он Регина на ночь ползает, убирается. Наш творческий беспорядок, что мы делали на этот. Все, на сегодня все. Всего самого доброго, светлого, хорошего. И всего того, что вы сами себе пожелаете. И все. Всем пока-пока. Хулиганы, просто хулиганы.